Итак, друзья, следующий 16-й курс, вы его посмотрите. Мы рассматривали, как писать собственные фильтры в Django. В данном уроке мы с вами рассмотрели и написали фильтр для использования разметки Markdown. То есть теперь мы можем... Теперь мы можем использовать разметку Markdown в наших сообщениях. По сути дела, кто не знает даже то, что такое Markdown, я показал пример, дал ссылку на документацию достаточно одного вечера. Не Markdown сейчас суть. Суть в том, что наше текстовое поле начало понимать эту разметку. А чтобы это произошло, мы с вами написали фильтр и вставили его в наш HTML-код. И теперь, что очень приятно, понимает разметку, то есть нам, как в Markdown, поставили равно, и HTML преобразует это в H1. Легкая разметка кода. И у нас все, что мы хотели, у нас получилось. Вот наш H1 и так далее, и так далее. Значит, ребята, сложного здесь ничего нету. До этого мы с вами учились писать собственные теги. То есть принцип один и тот же. И это очень полезно научиться делать. Хотя Django имеет большое количество фильтров, но тем не менее, вот в данном конкретном случае нам понадобился... чтобы в текстовом поле был не редактор, допустим, а если мы хотим писать документацию, то Markdown, что очень удобно, да? И мы это научились делать. Для новых людей сайт будет немножко по-другому выглядеть. Кстати, значки расположены так, как я бы рекомендовал изучать. Вам необходимо перейти на сайт spb.tut.ru, нажать «Получить логин и пароль». Он пожизненный, что непонятно, спрашивать в группе и заниматься. Повторяю, что блок я начал давать, чтобы немножко подытожить, потому что блок мы так полноценно делаем, то есть многие вещи мы здесь сделали, и сложные извлечения из баз данных, и работали с тегами, потому что далее мы будем переходить к созданию социальных сетей. Поэтому я бы хотел, чтобы вы все основное уже как бы отложили в голове. Все, спасибо за доверие и успехов. Все получится.